Здравствуйте, меня зовут Роман Вершила, и я хочу представить вам наш сайт «Два града». Это научно-исследовательский образовательный портал. Тем самым мы начинаем цикл видео, которые расскажут о нашем сайте, о том, какие материалы на нем размещены, как следует пользоваться нашим сайтом, и какие есть приемы, и вы сможете выяснить, зачем вам нужен этот сайт. Начнем с краткой истории нашего сайта, которая состоит в том, что в 2015 году, вот ровно 3 года там назад, несколько единомышленников, и я в их числе, основали информационно-образовательный научный портал. И назвали его «Два града». «Два града» по своей форме – это интернет-энциклопедия на платформе MediaWiki с расширением Semantic MediaWiki. Вот мы можем прокрутить и увидеть значки MediaWiki и Semantic MediaWiki. На нашем сайте размещено довольно значительное число статей, больше 3500, вот они, которые сгруппированы в 8 порталов. На сайт загружено более 4000 файлов, которые представляют собой изображения и аудиофайлы. Вот. Мы снабдили наших читателей всеми необходимыми средствами поиска материалов, в том числе семантическим поиском. Обо всех этих способах поиска материала мы расскажем в дальнейших видео. Сейчас мы должны дать краткий обзор нашего сайта. И начнем мы с того, что расскажем о его устройстве. Он представляет собой сборник статей разнообразных. Вот их 3645 статей. Вот здесь можно видеть все страницы. Вот они сгруппированы по алфавиту, и вот можно с ними ознакомиться здесь. Вот значит, на сайте эти страницы сгруппированы 8 основных порталов. Это идеологии, массовая культура, патологическая речь, обновленчество, лозунги, массовая песня, отдельный портал для цитат цитатических и философских. А также такой обзорный портал, как 21 век. Ну, мы можем ознакомиться с тем, что такое портал. Мы будем подробно о них говорить в дальнейшем. Но в данном случае мы можем посмотреть, что же такое портал. Это, конечно, собственно, порталы есть и на Википедии. И тот, кто с ней работал, он знает, что когда в энциклопедии образуется довольно большое количество материалов на определенную тему, то их можно сгруппировать в портал уже в свободной такой форме, а не вне пределов, так сказать, оформления Википедии. Вот, ну, вот наша, вот это портал «Патологическая речь». Вот. Мы также будем об этом подробно разговаривать. И в данном случае я просто хочу вам показать, что
что такое портал вот именно в чисто таком внешнем ключе. Ну, давайте мы наконец заглянем на файлы. Вот файлы — это просто список файлов, видимо, по времени их размещения. Ну вот Адриан Петровский последний у нас был. Вот, ну вот они по дате все расположены. Можно взять первую страницу, посмотреть, какой первый файл мы загрузили когда-то. Ну, это был, да, профессор Осипов, да, и демонстрация с участием Мартина Лютера Кинга и архиепископа Иаковоса. Вот такое было. Это было в августе 2015 года. Вот, ну, теперь мы можем вернуться опять на главную страницу. И здесь мы можем вкратце ознакомиться с тем, что какие цели наш сайт перед собой ставит и что вообще он делает, этот наш сайт. Портал «Два града» описывает точными богословско-философскими и историко-филологическими методами существование двух градов. Града Божия и града человеческого. Вот это логотип нашего портала, он таким символическим образом иллюстрирует эти два града. Эти два града не смешиваются, несовместимы и непрестанно враждуют между собой. И на нашем сайте мы положительно доказываем это из Писания, предания и также философии порядка. Это положительная сторона нашего сайта. С другой стороны, мы критически исследуем все попытки, все усилия по обмерщению церкви и по построению Царства Божия на земле. То есть мы охватываем, именно как вот здесь и написано, религию, политику и философию. Наш план этого портала, он совершенно не оригинален. И, конечно, он взят, как и само название, он взят из русского перевода. Значит, из сочинения Блаженного Августина «О граде Божьем», где он как раз развивает вот эту мысль о борьбе, непрестанной вражде этих двух градов на протяжении всей человеческой истории. Этот план, как мы видим, действительно не оригинален, и он совпадает с основным принципом познания. Это познание через развлечение, и при том развлечение в порядке. Такой метод познания, он противопоставляется нами, и он действительно противопоставлен познанию через смешение, познание через разделение беспорядочное. И вот этот метод познания, такой специфический, мы на нашем сайте именуем гностицизмом. Познание через смешение или через разделение, но в беспорядке. Надо сказать, что вот это разделение на два града, да, и в то же время на разделение на религию, политику и философию, оно является и принципом организации материала на нашем сайте, как мы увидим в дальнейшем. Вот здесь под этой гиперссылкой скрыто такое более пространное изложение, значит, программы нашего сайта, целей и содержания. Вот, также вот здесь перечислены задачи, системы понятий и источники, которые мы используем
при работе над нашим сайтом. Вот, ну, в заключение этого краткого обзора можно сказать, что вот адрес наш — это 2града.ру. Вот имейл для связи. Также у нас действует Twitter, Facebook и ВКонтакте. Вот. И в дальнейшем мы намерены продолжить эти образовательные видео и будем следовать вот принятому у нас и, по-моему, вообще единственно возможному порядку изложения, когда все понятия, все факты, все персонали, организации, средства массовой информации разделены на два несмешиваемых разряда. Это христианство как религия спасения и противоположное ему христианству, религия мира сего, как религия самоспасения, то есть спасение человека своими силами. Также мы описываем то, что принадлежит к подлинной реальности, и то, что принадлежит к мнимой реальности. То есть здесь, если в качестве примера такого беглого и начального, мы можем сказать, что Россия, да, существует подлинно, а, например, СССР существовал мнимым образом, неподлинно. Вот. Также мы рассматриваем такое философское понятие, как порядок, и ему противопоставляем беспорядок. Отдельная тема нашего сайта, как вот даже вот видно из выставленной на главную статьи про экуменический жаргон, такая ключевая, одна из сквозных тем нашего сайта — это патологическая речь. Ну, мы также будем подробно с этим знакомиться, потому что мы как бы к каждому мнимому понятию или к каждому теологу, деятелю массовой религии применяем методы анализа именно его патологической речи. Так и здесь. Вот в данном случае экуменизм как течение, как организация, и соответствующий ему экуменический жаргон. Или, например, такая очень существенная фигура, как Григорий Петров. Вот он, значит. И к нему представлен анализ его как мастера патологической речи. Ну вот, на главной странице, вот мы видим, здесь есть фотографии, карта, значит, такое поветрие последних времен, концерты в храмах, вот там схемы, относящиеся к патологической речи. Основные понятия здесь перечислены, которые употребляются на нашем сайте, о проекте. Вот. А дальше очень такое подробное перечисление тем сайта. Вот. Ну и, наконец, значит, такие картинки с порталами и наш Twitter, за которым также можно следить. Ну, на этом мы, можно сказать, закончим наш первое обзорное видео, посвященное сайту. И в дальнейшем мы будем углубляться в него и показывать, как в нем, какие материалы в нем расположены, размещены, как они организованы и как их... как с ними ознакомиться и как их найти, как их вывести и так далее, и так далее. Вот, на этом я прощаюсь. Меня зовут Роман Вершил, и я являюсь главным редактором научно-исследовательского образовательного портала 2града.